Здравствуйте всем. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня поиграем опять в Satisfactory. Вот. Сейчас он только обновится еще с тем. Я не знаю, что там обновлять. Ну ладно, допустим-то. Пускай это самое что-то он там делает. В общем-то, вчера трансляция у меня была. Мы что-то там делали. Надо вспомнить, что мы вчера делали. А, ну да, мы вчера с вами ведь умную обшивку и делали, правильно? И завершили фазу 1. Так, мне написали. Так, насчет. Ага, это не мое написано. В каком смысле не твое? Он написал, что. Я на стриме написал, что он завершил уже четвертый. Он написал мне. Это Old Fox 1970. Что написал он? Это не мое, написал он. Мне. Конечно, не твое. Там столько народу. Я извиняюсь, было. Не твое. Там столько народу. Я вчера заходил на стрим. Ой, не на стрим заходил вчера. А этот самый заходил на. Как его звать-то? Вчера я заходил. На другую карту в Satisfactory посмотреть. Типа, ну что там делает? Просто побачить. В общем-то. И там вообще они так разогнались. Я просто. Чисто я не успеваю лично. Просто я со своим темпом, своим. Как его? Я. Продолжить. Вообще, я играю не спеша, во-первых, ребята. А во-вторых, я не могу так быстро все делать. Надо мне еще подумать. Это самое. Ведь я нуб. А типа нуб. Значит, мы продолжаем. Так, значит. Здравствуйте всем, здравствуй мой завод, здравствуй моя супер-пупер, как его, как это звать, вот эта вот штуковина, космический лифт, ой, там написано, кстати, космический лифт, что я туплю, да, вот, космический лифт, здравствуй мой хороший, какой ты большой, прекрасный, здравствуй. Так, настроение у меня чудесное, потому что сейчас у меня... 5 часов, 5 часов утра у меня сейчас в данный момент. Еще никто настроение мне не испортил, ребята. Да, кошка мне настроение не может испортить. Так. Так, значит, вот это мне надо. Вот это надо подобрать. Здравствуйте. Что мне нужно будет с собой взять, кстати? Минутку, что мне надо с собой брать? А что мне с собой нужно брать? Подожди, а что мне надо с собой брать именно? Как его звать-то? Какие именно инструменты надо брать? Тьфу, не инструменты, а именно что брать с собой? Так, ну надо побольше взять в карманов пластин железных, это точно. Железные пластины обязательно надо. Взять надо обязательно, наверное, в карман. Вот это вот побольше тоже. Что еще надо с собой взять? Бетона, может быть, побольше взять, кстати. Ладно, давайте бетона возьму в карман. Погнали за бетоном.
Бетон, кстати. Да, наверное, бетон побольше надо брать. Ну, вроде бы все. Ну, придется, если что, обратно бежать. А, еще, наверное, кубики. Вот эти вот надо будет. Ладно, кубики я, может быть, там скрафчу. Так, подбираем вот это вот. Ух ты, как он низко летит. А, это я просто низко стою. Здравствуйте. Ага. Он развернулся. Он где-то там вот разворачивается. И летит в эту сторону уже. Как он медленно летит. Или это мне кажется, что он медленно. А вот такой он довольно быстро летит. Не... О, ядрит колотить какая. Большая моль. Ничего себе. Ого. Подожди, это что за наггетс летающий? Как его с... Что-то кушать захотелось. Ко мне Муся пришла моя. Кошка, здравствуй, моя солнышко. Здравствуй, моя солнышко. Думаю, хорошая. Да, я ничего не кушаю, Маша. Так. Да, еще тебе... Да, Маша, еще тебя рано кормить. Да. Ты так смотришь на меня. Она так смотрит на меня жалостно. Чтоб я ее покормил бы. Маша, все идет по плану. Да, Машенька? Так, значит. А, чего, возвращение корабля? Грузового. Какого грузового корабля? Тьфу ты, я... Все, я понял, какого грузового корабля. Все, я понял. Все, я понял. Я думал, что за фигня. Я не отправлял никуда ничто. А, я потом понял, что это. Да, я отправлял, когда это самое разблокировал этот самый... То что это у нас? Богатое месторождение известняка? Неплохо. Ну, допустим-то. А, идемте. Сейчас будем отвоевывать территорию. Значит. Ух ты ж. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мое. А ну отдай. Нет, это твое. Забирай. Все, извините, пожалуйста, забирайте. Я передумал, забирайте. Мне он не надо, все. До свидания. Мразь летающая. Оп. А ну-ка, ты сюда ведь не запрыгнешь ведь, правильно? Давай. Что? Что, мразь, не можешь добраться до сюда? Кто тут главный человек, а? Я тут это самый человек, я умный. Так сказать, человек разумный. Блин, жалко, у меня нету дробовичка. Я бы ему бы в харю бы заехал бы. Дробовиком. На этот бульдозер. Ой-ой-ой. Он сейчас будет дальнюю атаку, да? Ага. Пожалуйста, как мне... Ой-ой-ой. Блин, надо покушать. Давай, иди сюда поближе. Да почему он убегает? Оба! Бульдозер этот. Ага. Ладно. Давайте в нахальную просто идти. Ага.
Не хватает места. Ладно, я понял. Полный инвентарь опять у меня. Блин. Так, тут у нас... Кстати, может быть его сюда заманить? Давай, давай, иди сюда. Да, 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 иди сюда, мой хороший. Ага. Давай, иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Давай, давай, иди сюда. Что ты там зассал? Иди сюда. Ладно. Полетели барахтарчики. Блин, я забыл взять с собой. А, нет. Медный лист. Взял. Угу. Теперь надо понять, как строить это все. У меня ведь строителя нету. По этим самым, как его называется-то? Нету строителя по... О, здравствуйте. Вау, какая Надя. Здравствуй, подруга Эдгара. Опа! Ух ты. Так. Подобрать. Опа. Так, значит, строим... Помпа открылась. Ага. Я понял, да, я помпы у меня тоже есть. Угу. Давайте мы с вами, значит, чем займемся? Блин, а чем мы заняться-то? Организацией. Цистерна, нет. Не цистерной надо заняться. Давайте поставим пока что... Сюда сундук поставим. И скидаем весь хлам, а? Хлам скидаем сюда. Блин. Короче, давай просто скидаем все. Да, все скидаем пока что. Ну, не все, давайте. Кроме вот этого. И зиплайнер тоже скинем. Так. Погнали. Пилить лес. Значит, искать этот самый, как его называется-то? Сейчас нам звездюлей дадут тут. Только в путь. Угу. Сейчас мы это самое... Давай поищем. Приключения себе на задницу. Подожди, тут уголь должен быть. Ведь я... А ведь они не убрали... Ага, не убрали уголь с этого. Отсюда. Здравствуйте. Ага. Подожди, они что, уголь добавили здесь? Минутку. Ой. Подожди, они... Подожди. Обычное месторождение. Обычное месторождение. Подожди, они что, уголь тут добавили? Известняк. Так, тут два угля. Минутку, там два угля. Ага. Два угля. Тут один уголь. Подожди, тут еще два угля. То есть четыре угля у нас тут получается. Итого. О-о-о! Ого! Здравствуйте! Я Наруто, у меня все круто. А почему вы тут? Здравствуйте. Спасибо. Подожди, а это все? Минуточку, это что, все? Это весь уголь? Подожди. Подожди, если тут уголь есть. Сейчас давайте посмотрим по карте, кстати. Вот так вот будет намного точнее. Давайте посмотрим. Ага! То есть 4. Я понял, 4 тут жилы угля.
О-ля-ля, о-ля-ля, подожди, 4 жилы угля. Ладно, а сера тут есть где-то рядышком? Прямо очень рядом, есть сера? Чего? Она вообще далеко. Блин. Плохо. То есть серу я не потащу к углю. Ну, по сути, я могу уголь к углю... Ой, уголь к углю потащить. Ну, я сказанулся, ребята. Уголь к углю и потащить. Да. Молодец, ребята, я. И что будет, интересно, если я уголь к углю потащу? Будет много угля, что ли? Так, значит, берем вот это. Строим здесь... Тут строим мы с вами пока что мастерскую. Мастерскую мы ставим сюда, что? Буш. Значит, буш. Да, два бура. Два бура, два жмура. Значит, буш. Пум-пум-пум. Так, забираем листву. Да. Так, листва нужна будет потом. Значит, мне нужно сначала... блин. Мне надо... Тогда все тут почистить сначала. Давайте почистим все это. Кстати, заодно мы сможем это самое... Организовать мы сможем это самое, как его называется... здесь организовать этот самый. Биомассу, кстати, нам нужно будет здесь. Это самое, как разработчики тут это самое много наставили этих самых. Ой-ой. А сколько природы тут наставили. И листья, и вот эта вот полевая ягода, и деревья, сколько тут. Много всего наставили они тут. А мы пришли тут это самое, и все выпиливаем весь этот самый лес. Всю природу это самое гадим. Выпиливаем всю природу. А мне интересно, а вообще можно в Satisfactory пройти это самое разрушив, то есть не это самое, как его называется это, не разрушив, а по минимум, это самое, как его называется, это природу нагадить. То есть не спиливать, то есть не спиливать деревья именно. Ладно, там это вот листья собирать, да? А вот деревья не спиливать. Так, мы тут полянку распилили.
Так. Так. Это мы распилили, почистили тут вот эту самую уголь, расчистили. Я думаю, вот это вот пока что не трогать, может быть, потому что оно... Так, значит, ставим сюда что? Бурый ставим. Значит, бур. Так, два бура. Сверхпроволоки не хватает, я понял. Логично, что сверхпроволоки не хватает. Потому что у меня этот самый, как его называется-то? А две сверхпроволоки нужен Катерий. Нужна Катя, Катя, Катерина. Минутку, Катя, Катерина. Нарисована картина, подожди. Так, значит, закидываем вот это пока что сюда. Катерий, правильно? Сверхпроволока. Ну да. Сверхпроволока, все правильно. Погнали обратно. Подожди, столбы я могу ведь ставить теперь? Да. Всего хватает, отлично. Так, немножко почистим еще здесь вот. Так, природу не будем это самое очень сильно гадить природе. Так, давайте немножко ее. Вот кустики почистим тут. Вот. Кстати, вот по этой дороге мы можем спокойно пустить ленту конвейерную. Такс. Значит, погнали. Что тут у нас? Столб ставим. Столб. Так. Значит, столб. Провода. Ух ты, какая скала офигенная. Так, значит, две конвейерных ленты. Пожалуйста, вопрос, а зачем мне две конвейерных ленты? Так. Ух ты ж, не пугай меня, пожалуйста, так. Нифига себе. Какой звук интересный. Какой большой. Нифига себе. Какое. Ого. А почему у него тут повернуты? Ой. Так. Так, по заднице дадим. Для ускорения. Так, значит, давайте мы конвейерную ленту... Подожди. Так. Я хочу конвейерную ленту... провести вот в ту сторону. Вот туда хочу провести. По дороге ровненько поставить... конвейерную ленту хочу поставить. Вот. Паша, почему он загибает? Так он ровно, да, проводит, только он в скалу. Блин. Надо придумать так, чтобы он... Так. Вот до сюда вот надо дотянуть как-то. Конвейерную ленту.
Так, цифра 4. Нет. А почему он в эту сторону хочет тянуть? А я могу поставить типа ровно. Чего? Вот. Короче, пофиг на то, что это самое так. Вот. Нужно ровно поставить. Так, мне надо макаронину эту ровно протянуть. Так. Ну, о, слушай, ровно. Прикольно. Кстати, я довольно ровно провел так. Эту макаронину, пора. Она здесь. Хотя, ну где? Оно тут вот. Окей. Ровно-то ровно, но некрасиво. Мне не нравится. Вот. Вот так вот, допустим, так пускай будет. Так, значит, макаронину пошли. Вот. Так, это вот эта макаронина. Так, теперь надо по второй конвейерной ленте по второй конвейерной ленте подать еще одну. Чего? Почему? Ага. А почему не хочет сыпаться? Ага, я понял, слишком длинная, я понял. Так, пожалуйста. Ага, это в эту сторону. Нет, я не хочу, чтобы он в эту сторону цепался. Так, нет, не в эту тогда сторону. Так, мне тогда надо ровно поставить вот с этой. С этой стойкой тогда. Значит, ровно ставим. Вот. Цепаем вот к этой. Вот. Другое дело. Так сказать, другая песня, ребята. Вот, теперь все ровненько стоит у нас. Конвейерные ленты эти. Отпустится. Подожди, это сколько он... Подожди, первого уровня. Сколько он... Это самое. Сколько...
60 единиц в минуту. 60. А сколько вырабатывает? 60 в минуту вырабатывает он. То есть полная конвейерная лента будет. Если 60. Угу. Ладно. Тогда давай запасом, так сказать. Запасом уже будем ставить конвейерную ленту. Вот. Так. Так, макаронины вот эти вот. Сейчас мы быстро. Так. Вот так. Угу. Так, конвейерные ленты поставили. Даже в два ряда макаронины эти самые. Нифига себе, какие макаронины у меня тут длинные. Вот это макаронины, а? Так, теперь надо понять, сколько чего надо подавать. Сколько угля и сколько этого самого. Так. И вопрос, где строится? Слушай, да я не смогу так построиться, как это самое. Так. Так красиво. Но нам нужно придумать, как построиться и водичку откуда брать. Так. То есть воду мы знаем откуда брать, но... Так, чтобы оно брало бы... Водичка брала бы и не мешало бы это самое, как его называется-то, основному строительству. Вот. То есть надо посмотреть, вот допустим, вот экстракты воды. Допустим-то вот, экстракты воды есть у нас, ребята. И... Ага, не хватает, я понял, чего не хватает. Сейчас. То есть надо выбрать уровень высоты, на который мы будем строиться. Значит, сейчас, минуточку, я возьму ресурсы побольше в карман. Так, значит так, экстракты воды, правильно, ребята? Правильно, значит, экстракты воды. Да, вода красиво нарисована, кстати. Опа. That may indeed be water. Try submerging your arm. If it does not dissolve, that will narrow down the range of possibilities. Or you could just pipe it to a coal-powered generator and see what happens. Ага, я понял. Я знаю, что в угольный генератор надо залить это все. Спасибо, конечно. То есть нам нужно...
Блин, я даже не знаю, как лучше построить угольный генератор. Я, конечно, могу посмотреть на как там было в апдейт 8 я там строил, то есть не я строил. Вот мне сейчас точно помощь бы не помешала бы. Но надо самому справляться все. Не надо надеяться на кого-то. Надо все самому. Значит. Тут скала есть, кстати. Скала. Так, подожди. Скала-то скала, пора. Она будет выше вот этого вот. Помпы. Мне просто интересно, она выше помпы? Если я помпу сюда поставлю. Ага, я понял. Я понял, ребята. Угу. Значит, нам надо... Блин, как оно строилось? Подожди. Подожди, давайте посмотрим, кстати, видео. Давай я посмотрю, кстати, видео, как там было построено. Так, а как там было построено у нас на том заводе, кстати? Когда этом самом экспериментальном видео. Давайте посмотрим, помотаем назад немножечко. Подожди, а какой там было? Хотел сказать год. Ну да. В каком это самое месяце я снимал это? Подожди, один месяц назад. Экспериментальное. Ага, это у нас, наверное, вот эти вот штуковины. 1000 просмотров, окей, допустим-то. Вот. Satisfactory Update 8, 2000 просмотров. Так, а ну-ка, давайте посмотрим, насколько там все прикольно. Так. Я понял, трудно мне сказать. Значит. Ладно. Значит, надо придумать. Так, тут водичка идет. Вот отсюда, да? Самое близкое. Надо понять, откуда я могу воду. Самое близкое место, где я могу воду ставить. Так. Не, я могу и здесь водичку ставить.
Так. Так, помпа. Пошли, где эта помпа? Ага. Вот так вот я могу ставить ровно. Вот начиная отсюда. Ага, и в ту сторону строится уже. Подожди, а сколько нужно у... Подожди, угольному генератору одному. Подожди, сколько одному угольному генератору требуется... как его называется-то? Водички. 50 требуется. Ага. Одному требуется 50. Экстрактор воды. Угу. Так, а ты сколько вырабатываешь? 120. 120 в минуту. Ага. Значит. Ой. Не то. Два с половиной. 2,4. Получается. То есть два генератора, да, запитывает он. То есть два генератора я могу запитать двумя помпами. Спокойно. Получается 2,4. Ну допустим-то. Такс. Это, конечно, хорошо, но было бы прикольнее, знаешь, в чем? Было бы прикольнее, если бы можно было бы. Блин, не хочется подниматься слишком высоко, конечно. Ой. Но придется повыше подняться, кстати. Над помпами. А, чтобы именно помпы были внизу. Тут можно было бы спокойно это самое. Вот так, на такой вот высоте, чтобы мы могли помпы это самое. Так. Ой-ой. Пу-пу-пу-пу-пу. Вопрос, сколько мне надо ставить этих самых генераторов-то? И сколько помп ставить, кстати. Генераторы, угольные генераторы. Какие они большие, ребята. Эти угольные генераторы, они очень массивные. Слишком массивные, дяди. Да, они очень массивные прямо. Угу. Ну, допустим, портами
друг к другу. Да, получается? Подожди, вопрос, а зачем портами друг к другу? Подожди, а сколько он кушает? Угля. Подожди, 15 в минуту, да, угля он кушает? Правильно, правильно, 15 в минуту. А мы вырабатываем сколько? То есть мы сколько можем не вырабатывать? 60, правильно мы вырабатываем? Да кто столько эти конвейерные ленты поставил, дурацкие, а? Вот кто это такой умный человек, поставил конвейерные ленты так близко? Я этого человека забаню просто, слэшбан пропишу ему. 60, правильно? Правильно. Значит... То есть 4 конвейерные ленты. То есть, 4 конвейерные ленты. Ой, тьфу, 4 конвейерные ленты. Извините, совсем уже. Кукуха поехала. Как там было в этой песне? Полетела кукуха, ну и... Как там было? Не, неправильно. Я забыл, как эта песня-то... Блин, я забыл. Ладно, неважно, короче. Я забыл, как эта песня. 4, то есть, генератора. То есть я могу спокойно запитать 4 генератора, получается. Подожди. То есть я могу спокойно запитать 4 генератора одним этим самым конвейерной лентой. А если кто такой умный есть у меня, пожалуйста, в комментариях, пожалуйста, напишите это самое. Правильно я? Окей, подсчитал ведь, правильно? Надеюсь. Оп. 4 конвейерные, значит. Так. Ух ты, какая она большая, штуковина какая. Нифига себе, какая она большая. Подожди, а почему она надо мной сейчас в данный момент? Вопрос, а почему она надо мной? Ух ты, там что-то ездит, кстати. Ого! Какая штуковина. Прикольно, кстати. Да, с такой скоростью, ребята, я человечество точно не спасу. Так. Я, конечно, молодец, ребята. Я, конечно, молодец, но... Да, молодец я. Так сказать, сказочный молодец я, ребята.
Потому что я не знаю, как я буду подавать. Блин, а как мне подавать так, чтобы было бы и водичку, и уголь засовывать? Удобно. Подожди, надеюсь, тут вход, правильно? Да, тут вход. А, наверное, конвейерные стойки помогут мне в этом. Так, конвейерная стойка. Ну, допустим, то конвейерная стойка. Здесь поставим вот эту. Сюда поставим что? Сюда поставим где-то логистика. Разветвитель. Я могу поставить... Блин, могу. Я понял. Слишком близко опять. Ладно. Разветвитель. Он будет вот с этим ровно, да. Ровно вот с этим. Так. Так, надо придумать, как это все подавать удобно. Конечно, можно поверху подавать все это. Я не хочу много ресурсов тратить на это самое. Так, трубы. Так, трубы. И ну самое лучшее это, наверное, подавать через этот самый конвейерную ленту все же. Ой, тьфу, через конвейерную ленту, а через... сейчас. Вот так вот, я не знаю, у меня идей больше нету. Блин. Угу.
Подожди, а тут он не будет трубе мешать? Блин, будет трубе мешать. Вот, замечательно, он теперь не цепляется вот за эту вот штуковину, вот за эту вот он не цепляет. И самое главное, чтобы хватило бы это самое, так. Так, 4 эти самых стоят у нас, значит, 4. А он запитывает, одна штуковина запитывает только 120, правильно? Да, 120, ай. Да запрыгни, пожалуйста, ладно. Так, 120. Так. Сто 120 ему надо. То есть 50 в минуту. Так, окей. Значит. Сейчас. 120. Мы уже делили, кстати. Ну, 20,5, правильно, 20,5. То есть надо 4 помпы на 4 трубы. Ой, тьфу, 4 трубы. Извините, 2 помпы на 4 трубы, уже все. Совсем кукуха поехала. Ну да, правильно, 2 помпы на 4 трубы, значит. Ну допустим-то, давайте поставим сюда... экстракторы. Ну давайте пока что экстракторы тогда вот так вот поставим. Вот в ту сторону, так вот. Пум-пум-пум. Так.
А, подожди, я все ведь запитал. Тем самым, как его называется? То есть не запитал, а присоединил. Да, все присоединил. Значит, нам нужно теперь провод подать в ту сторону тоже. Погнали. Вот. Так, электричество подали в эту сторону. То есть электричества нету, но как бы. Так. Электричества нету, но вы. Это было. Электричества нету, но вы держитесь, пора? Надо подключиться, кстати. Давайте к основному подключимся. Питанию. Блин, а как мне электричество провести-то наверх? Вау! Ху-ху-ху! Давайте идите сюда. Да, нет, не надо меня толкать, пожалуйста. Ай, блин. Ай, блин. Ага, оно очень тут вовремя стоит. Так, минус дерево. Ой. Теперь надо провести до дома. Так.
Fix-it pipelines can contain any fluid, including the water necessary for coal-powered generators. Note, water does not flow upwards by itself. While water extractors provide some lift to truly defy gravity, consider the use of pipeline pumps.